Сейчас еще одна машина с беженцами приехала из Мариуполя. Идет в лагерь здесь. Поговорим. Женщина, здравствуйте. А вы откуда приехали? Как вы добрались? Ребята, нас выбрали. Мы были в Калиновке, на садовых товариществах жили. И получается, начали бить. Кто там, что там, я не знаю. У нас дом еще выдержал. Вам страшно было выбираться? А как вы думаете, ко мне с детьми люди шли? У меня 14 человек сидели по дому. 9 дней мы лежали, вообще считали. Там земля трусилась. Все, пойдем. Вы рады, что вы здесь сейчас? Конечно, рада. Как вы думаете? Пойдем. Мы Богу благодарны за то, что...